Oh, baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Город и коровка. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, вот еще сейчас новое место и нахожусь на реке Друдь в Белыническом районе. Съехали к реке через лес, через деревню. Думали, что река будет широкой, а река очень узкая. И мне такая для рыбалки не нравится. Я... Ну, просто не кайфану, не знаю, не нравится мне такая маленькая совсем река. Можно было просто поехать, у нас вблизи города есть река Птич, и стать на ней. Хотя мне кажется, что она даже уже, чем наша Птич. Что я сейчас делаю? В 10 километрах здесь вблизи находится Тетеринское водохранилище, которое находится, расположено на течении реки Друдь. Я ни разу на нем не была, но видела отчеты. Видела отчеты простых людей, видела отчеты, видеоотчеты блогеров. Не знаю, смогу найти место или нет, но у меня нету выбора. Ребят, прикольно, смотрите, как все заросло здесь. Приколюха, да? Такие джунгли. Джунгли, дома, я думаю, все жилые, и мы практически подъезжаем уже к водохранилищу Тетеринское, потому что находимся на территории населенного пункта Тетерина. Очередной заезд, ищем место. Вначале водохранилище все занято и с лесной стороны, и со стороны дороги, поэтому едем сейчас по полю. На поле одна дорога на карте есть, а на самом деле вживую ее нет, потому что ее перекопали. Ну, вот так вот немного прибралась, вот это потом заберем с собой на Минск, ну получается вот. Чистенькая полянка, на фидер буду ловить вот там. Здесь вот поставлю две закидушки, они уже установлены. У нас собака аккуратно, большая. Здесь будет шатер. Корм между собой замешаю, лещ и красмарципан. Мне интересно, как себя проявят этот корм на стоячей воде. Цвет получится темный, мне кажется, что нужно будет для такой воды. Я еще не знаю, что тут по рельефу, как и что. Ну, по крайней мере, корм — это первое, что нужно сделать, чтобы можно было выбросить хотя бы закидухи. Как тебе тут? Нормас? Как тебе тут? Снарядила себе на дальнюю дистанцию патерностер вот с такой вот пулей, потому что знаю, что махать вот такой вот кормушкой такого полноценную на дальнюю дистанцию я, скорее всего, не смогу. Поэтому я буду бросать вот такой вот пулей. Но на ближней дистанции я буду уже ловить вот такой вот кормушкой полноценной, можно так сказать, кормовой, в котором можно будет нормальное количество корма забивать. Все, устанавливаю сейчас на второй фидер, на первый, точнее, фидер, на который дальняя дистанция, кормушечку, делаю крючок и забрасываю. Вы понимали, сколько у меня наживки, поскольку я ехала на сама, у меня очень много червя, у меня очень много выползка. Так. Что, не видишь, я снимаю? Зачем ты сразу разговаривать начинаешь? Давай, передавай привет всем. Ну? Ну что, один фидер уже стоит, второй вот только что отклипсовала. Корм готов. Здесь, получается, у меня стоит закидушка на недальнюю дистанцию на червя. Здесь, в соседнем окне, у меня стоит закидушка на недальнюю дистанцию на опарыш. Фу, комары, ребят, появляются.
Ну и здесь вот установили палатки. Получается, здесь будет стоять шатер. Так красивенько. Пока еще ничего внутри нет. Здесь получается банька. Здесь машина. Здесь прицеп. Ну и здесь палатка для ночлега. Первая поклевка, первая рыба. Вот такой вот небольшой подлещничек с ближней дистанции взял. Давайте его отпустим, чтобы у нас еще клевала, естественно, с вами рыбка. Бум. Раз. Два. Три. Парочка светлячков, ребят, на колокольчики. Пойдемте поставим. Значит, ломаете. Фига себе, какие они твердые. Ломаю один, ломаю второй. И все. Два светляка готово. Ребята, тут как в армии получается. Три палатки успели установить, плюс я успела сделать четыре снасти. Рамс, я уже поймала одну рыбу, и сейчас буду распаливать костер. Вот это я понимаю. Ну, ребят, за выходные, за рыбалочку. Вкусный кофеёс. Можно ставить мангальщик и готовить, кушать. Уху! Ура! И сегодня даже никто не напал на меня. Ни осы, ни шершни, хотя шершни рядом есть. Надо сварить, ребят, кашу. На сегодня, не знаю, на завтра, я не знаю, сколько я сейчас буду варить сейчас на улице, но надо ее сварить, чтобы все было готово. Значит, ловишки на улице сколько. Делаю вот меньше огонечек. Ну, главное, следи, чтобы оно не потухло. И сразу же я добавляю в кастрюлю сено. Горошек. Я могу, кстати, ребят, у меня есть лодка, я могу даже выплыть и закормить. Завтра у меня здесь не течение, да, поэтому я побольше каши заварю. О, ребят, что это такое? Кузнечик, как вы думаете? Или саранча? А? Кто ты? Кто ты? Ну вот я подхожу и обычно проверяю, помешиваю периодически, чтобы не пригорала кашка. Сюда, в принципе, можно добавить какие-нибудь специи, можно добавить сахар, можно добавить подсолнечное масло. Ну, по желанию, смотря на какую рыбу. Приехали. Еду я перевожу в своих сумках след. Если вам такие сумки интересны, термо, обязательно могу ссылку поставить в описании. Вот кашка, которую я приготовлю. Смотрите. Получается гречка с овощами. Я ни разу такого не пробовала, взяла попробовать. Посмотрим, что у меня из этого получится. Вот эти два пакетика я просто опущу в кипящую воду. И вариться это все должно 20 минут. Закипела наша водичка, и теперь мы в нее два пакетика отправляем. Так, моя каша сварилась, я буду вот потихонечку добавлять, вымешивать в прикормку ее пшено, горох, сечку кукурузную и немножко совсем перловку. Крошки овощей тут этих совсем. Ну, а много и не надо. На одну порцию самая она. М?
Я уже хочу поспать, покушать и на боковой, честно говоря. Два смачных куска мяса. Красота, вкуснота, все это надо. Так. Так, ну это странно на вкус, я не знаю, это, мне кажется, это не гречка. А мяско вообще супер. Супер. Людей, ребят, очень много. Все ловят, у всех горят фонари, у всех горят костры, все отдыхают. Рядом соседи даже парились сейчас в бане. Так. Опа, ребятки, а вот и мы встречаем рассвет. О, поклевка, поклевка, ребятки, поклевка, поклевка какая-то, смотрите. Ого, ребят. Так, опа, ребятки, принесло сюда бачок. Что-то у нас принесло бачок на червячка. Сейчас мы с вами посмотрим. Что-то могло вести на червячка. Опа. Ребятки, вон висит рыбина какая-то. Какая, непонятно. Почти лещ. Ребята, это почти лещ. Да еще и на червя, да еще и на пучок. Обалдеть. Обалдеть. Мне повезло, что он засекся. Вот такое вот у меня утро. Я проснулась, а он сидит. Такой вот красавчик. Это вообще просто супер. Обалдеть. И увел, главное, туда, куда-то влево. Красота, Рамс. Посмотри, какая рыбка. Посмотри. Сон перебросила, пошла, забросила, и все. Мы теперь знаем секрет успеха. Мы знаем, что надо ловить на навозного червя. О, здесь поклевка. Сюда. И здесь что-то есть. Да, здесь что-то есть. Тоже ближайшая дистанция, потому что на дальней дистанции я оборвала. Сейчас посмотрим, кто у нас тут. Вау, 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 вау. Вау, вау. Здесь тоже неплохой сопливый. Опа. Началось интересно, мне делать ничего не пришлось. Просто вчера забросила снасти, и на каждую снасть, практически, которая была в воде, была рыба. Значит, кстати, поклевки произошли на похожей дистанции. Дистанция 48 оборотов моей катушки. Одно такое ощущение, как будто бы идет какая-то рыба, а я просто не видела поклевки. Ох, поклевка, поклевка, у меня здесь поклевка, ребят, подождите.
Подождите, подожди, подожди, я вижу, что поклевка. А здесь идет рыбка. И здесь рыбка идет. Опа. Здесь рыбка идет, и там рыбка тоже клюет у меня, ребят. Опа. На маленький крючок. Угу. Давайте. Опа, на дальней дистанции. Оп, хорошая поклевочка была. И здесь, походу, рыбка какая-то идет. Хоть видно было, как клюет. Посмотрим, с дальней дистанции рыба такого же размера. Чуть-чуть больше с дальней дистанции рыбы. Чуть-чуть больше. С дальней дистанции. И весь поводок в слизи. Значит, там у меня есть рыбка. Значит, там есть рыбка. Да и с крючками, как видите, можно, в принципе, не мелочиться, ставить нормальный крючок, чтобы потом нормально выдирать у рыбы его из рта. Две рыбы. Два заброса, две рыбы. Хорошо, что пока облака. Сколько соплюшек на поводке, посмотрите просто. Парш какой хороший, а до сих пор шевелится. Обязательно вот эту вот слизьку надо снимать. Как видите, размер крючка влияет на что? Ни на что не влияет, получается, практически. Ну да, реже происходят поклевки, но это просто дальняя дистанция, может быть. Я в точку размазываю, не попадаю. Поэтому сейчас на ближнюю дистанцию то же самое поставим. Кочевьёсик, ребятки, утренний. Утренний кочевьёсик, ребятки, там вообще понтон. Прикиньте. Рамс, кофеёсик. Друг. Кофе, это просто кофе, друг. Ты кофе не пьёшь, мой хороший. Ты кофеёс не пьёшь.
наконец-то она произошла, на кусок мотыля. Как-то не хочет, может, из-за парша не хочет, или как-то, не знаю. Ой, так, немножко как будто больше сопротивляется. Ну, ребят, точно такой же. Точно такой же, как и здесь, с ближней дистанции, по размерам абсолютно. Только дольше. Рыба есть какая-то. Так. Ага. На большой пучок мотыля. Смотрим, кто-то у нас пришел. Вот это справа молчит, понимаете? Сейчас мы тоже на нее поставим большой пучок мотыля. Опа. Подлещик. Длинный поводок. И с длинным поводком поклевки чаще. Но вот такая вот рыбка. Интересно. Опа! Сюда. Наконец-то я хоть, ребятки, насмотрюсь на эти вот прекрасные поклевки подлещевые. Я уже соскучилась, честно говоря. О, красота, красота. Красота. Видите? С этой, с ближней дистанции, точно такие же по размеру, как и с дальника. Посмотрим, поменяет ли что-нибудь кукуруза. Интересно просто. Даже клюнет ли что-то с кукурузой. Как принято говорить, тарановочный размер. Как же приятно пользоваться абсолютно новыми качественными вещами, правильно? Правда? Вы же не можете не согласиться со мной, что это прекрасный гребнонож. Даже без королевского завтрака, правда, ребята? Есть. Оп. Ребятки. Хорошая поклевочка была на пучок мотыля. Опа. Ага. Еще один подлещик. И еще один подлещичек. Вот такой вот. Ну и кофечка, ребят. Осы вообще летают, садятся на руки, на ноги, где хотят. Главное не шлепать их. Погода прекрасная. Принцесса ужасная. Самые жаркие дни этого лета нам предстоят, но нам все равно, потому что мы находимся на берегу водоема, на берегу Тетеринского водохранилища, и можем в любой момент искупнуться, что мы будем делать. Но здесь довольно-таки твердо, оператор уже заходил для того, чтобы моего подлещика-леща отцепить от куста травы. Вот.
Ребят, ну подлещик поклевывает. Опа, это не подлещик, что ли? Это кто-то новый пришел. Не подлещик. Ну, миленький. Ой, тут вообще густера, смотрите. Есть и густера, и подлещик есть. Густера вообще сумасшедшие, просто заглатывают. Кто-то смотрит больше. Блин, немножко, ну немножко увеличили размерчик. Совсем чуть-чуть, но увеличили. Походу, кормовой мотыль помогает. Я думала, что... Фига себе. Прям красота такая. Ой-ой-ой. Ой, как приятно сопротивляется, когда такой фидер, а? Класс. Фидер просто огонь, и сопротивление на нем, конечно, ощущается просто огонь вообще. Поклевка сейчас была, ребят, крутая, несмотря на то, что уже 11 часов практически, солнце светит, ярко, довольно-таки жарко, все равно продолжает поклевывать некрупный подлещик. И я собираюсь сейчас на лодке заихолосить место, где я рыбачу непосредственно, и закормить туда. Закормить туда корма, который сделала вчера вместе с кашей. Вот, и посмотри, что из этого получится. Потому что на реке я похожим образом кормилась, а вот на стоячей воде на водохранилище озерок еще нет. Ну, вот такой вот подлещик, это стандарт здесь. Вчерашнюю партию корма вместе с кашей я выкормила на точке ловли. Большую часть я выкормила на ближайшую бровку, потому что там точно такая же глубина, как и на дальней бровке. И сейчас буду мешать снова свежий корм. Значит, мешать я буду сейчас между собой РС лещ черный и лещ спорт сладкий. Два разных цвета, светло-темный, есть крупная фракция в корме с различные цветные частицы. То, что меня устраивает. Запах ненасыщенный, но запах хороший мы можем придать при помощи моих пшикалушек. Что? Закармливала две свои точки, увидели издалека на катере, на таком пластиковом или алюминиевом, не знаю. И уже поперли. И прям через мою точку, видно с эхолотом или что, посмотреть, что я кормлю. Многие мне пишут, что мне тут сдают места, оказывается, и вообще непонятно, как я их нахожу, кто мне их подсказывает. Ребята, вы берете карту Google и просто едете по карте Google. Я вообще ехала на реку Друдь. Я приехала на реку Друдь, а она шириной 10 метров, понимаете? Я там ловить не захотела, оставаться тоже не захотела, хотя я уверена, что я бы хоть что-то, но поймала. Вот. Поэтому я уехала, наверное, от города Минска. Уба! Какая поклевка! На расстоянии около 200 километров, я не знаю, на каком расстоянии. Я уехала на расстоянии 200 километров от города Минска. Я приехала на выбранную точку, я хотела ее посмотреть, мне было так интересно, я поняла, что это пипец. У меня план был вообще ловить сама на реке, чтобы вы понимали. А по итогу я нахожусь на водохранилище и ловлю подлещика, понимаете? Вот так вот приходится иногда планы менять, благо у меня с собой есть все снасти, которые позволяют это сделать, и прикормки, и все остальное. Но пока, после того, как я закормила, слишком много мелочи. Очень много мелочи клюет. Вот, я думаю, что, наверное, надо ставить крупней на жир. Мы
обещают дождь, причем осадков будет довольно много, поэтому я приняла решение заранее запастись дров и спрятать их в шатер. Вот, благо здесь в лесу их много. Так. Довольна своей новой бензопилой, электропилой. Это ключевой момент, потому что это самая лучшая, наверное, штука, которая появилась за последнее время. Она бесшумная, легкая в эксплуатации, ее не нужно каждый раз заводить. Как тот, кто пользуется бензопилом, тот понимает. Кажется, уже дождик вот такой вот начинается небольшой. Все равно на улице тепло. Я только что залезла, покупалась. Соседи тоже покупались. Сейчас покажу вам, что все спрятала в шатер. Даже дрова. Смотрите, у меня тут целая заготовка дров на вечер. Потому что если будет сильный дождь... У меня оса на пальце. Пошли вот. Осы, господи. Осы атакуют. Они везде. Осы, шершни. Какая-то небольшая рыбка у меня. Но это рыбка. Дождик начался. Мама потихонечку расклеется, потому что в какой-то момент тише после того, как я закормила. Когда ехали сюда, видели в лесу подосиновик. Я думаю, что их должно здесь стать еще больше. И вот еще один подвелещик. Маленький. Да, маленький. Вот это дождь, ребят, посмотрите какой. Обалдеть. 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 Продолжаю поддерживать костер. Раунс, смотри, сколько заготовили. Дровишки. Оп. Ветер немножко есть, поэтому он хорошо их принимает. Да и они сухие. Я же их спрятала. Oh,
кажется, понимаете, всегда кажется, хочется, чтобы что-то было крупнее. Но, увы, пока весь подлещик такого стандартного здесь размера. Опа. Ну нет, это как будто трохи больше. Сейчас мы его, опа, сюда выведем. О, ну вот этот уже куда ни шло. Вот этот уже чуть-чуть буквально немножко выигрывает тех по размерам. Один большенький, второй меньшенький. И сюда их всех. На ближней дистанции, ребят, я уже тройку даже устала, вы знаете, потому что клюет одна за одной. Одна за одной. На ближней дистанции только успеваю перезабрасывать. Я не знаю, друзья, как это получилось, но наши соседи тут валят. Сейчас они там все семьи парятся. И, короче, мне, ребят, стало завидно, и я решила тоже сходить. Ну, гляньте, с дальней дистанции вот такая вот мелкая рыба. Прикиньте. Плотвичек. Ну что, ребятки, погода-ка хорошая у нас здесь. Солнышка нет, поэтому можно сходить в баню. Там проплыли в моей точке. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Ну что, ну вот и с легким паром мне. Отлично сходила в баньку, и сейчас могу приступать наконец-то к вечернему клёву. Сделаю корм, замешаю в него кашу, кукурузу, лиманика. Не лиманика, кормового мотыля я буду ловить. Кстати, очень много рыбаков уехало, очень много. Очень много из тех, кто был, даже с палатками, без палаток. Многие поуезжали, значит, плохо клюет. Потихонечку укрупняюсь. Такие красивые сейчас поклевки, вы просто не представляете. Я надеюсь, что удастся хоть что-то заснять, чтобы вам показать, потому что сейчас поклевки происходят довольно-таки часто, поэтому сделать это проще, чем на той же самой реке, когда не знаешь, когда и что клюнет. Ой, ну просто я не знаю, шикардосик, ребят. Шикардосик. Очень рада, что сюда попала на самом деле, что приехала наконец-то сюда, потому что хотела давно уже, еще в прошлом году здесь порыбачить, просто никак не могла добраться. Thank you.
просто угол, не крупный. А может чуть-чуть покрупнее. Как же приятно встать утром и достать рыбу, да? Есть. Есть. Еще один хорошенький. О, красавец. И поклевки на опарыша с мотылем на бутерброд. Здесь у меня, ребят, каша, мотыль и уже живой опарыш. Я так не стесняюсь сюда. Сегодня 35 градусов тепла, поэтому лучше всего мотыля уже до конца сюда вымешивать, иначе он 100% испортится. Друзья, вот столько получилось поймать у меня на эти выходные на Тетеринском водохранилище. Это абсолютно незапланированная рыбалка. Ехала я вообще на реку Друдь на сама, но получилось так, как получилось. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.
за обновлениями. Всем не хвоста, не чеши. Пока! Вот такой вот вкусный обед у меня сейчас будет, потому что я дала рыбку соседям, а они нам вот закоптили. Неудобно, но все равно я с удовольствием скушаю подлещика, потому что я очень люблю копченую рыбу, и я давно хотела сама закоптить, но все не было времени. Oh, 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 oh.